А что? Оказывается, я думала пропустить этап, только я не стала ничего пропускать, чтобы вам все записать. Мои дорогие подписчики. Ну. У меня очень много подписчиков. Подписывайтесь, не отписывайтесь. Самое главное, смотрите все мои новые и новые ролики. Не отписывайтесь мне, пожалуйста, все мои слова МП. ЛП мои все не отписывайтесь, пожалуйста. Мои ЛП не отписывайтесь, пожалуйста. Мои самые лучшие друзья тоже. И меня не отписывайтесь. Ну. Я еще. Это очень сложный тур. Но я не знаю, пройдете вы его или нет. Если вы играете в Roblox первый раз. Я думаю, конечно же, не пройдете. Играете много раз. Я-то не очень много играю, но... Я сама, конечно, играю, но... Я много записываю... Roblox. В этот день... А тут... Я запущу... Финал... Этой игры потом. Это очень уж много испытаний здесь. Как это испытание? Даже не... Почему прогресс 15? Уровень 14. Это уровень или прогресс? Ой. Ну как сюда, блин, пройти? Нереально. Теперь. Испытание, до которого я хотела дойти. Еще немножко и конец. Я так подумала пока. Не останавливаемся. На концах и на краях. Поэтому идем, как я вам говорю сейчас. Не идите, пожалуйста, обычными шагами. Это может привести к несчастью. В Roblox. Так, теперь лезем по лестнице. Спускаемся. И прыгаем по этим штукам. Ой. Я опять упала, ну... Короче... Прыгаем по этим штукам и не падаем. Вот так. 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 Это легкое испытание. Для меня легкотня. Для вас я не знаю. Теперь же выбираем дорожку. Ой. Как тебе надо прыгать? Но я не знала. Ну, я не знаю, пока сама не увижу, что здесь надо делать. Я в Roblox всего несколько раз играла. Ой. Раньше мы... Моей слонпу была София, но сейчас... Просто я украла идею, она теперь меня хейтит, поэтому я назначила слонпу на другую. Теперь заново все проходить, это, оказывается, одно испытание, я не знала. Твой. Это одно испытание. Верно, это одно. Одно испытание, скорее всего. Там стрелочки нарисованы.
Так, теперь выбираем путь дорогу. Все заново проходить. Как я это уже устала проходить. Блин. Давайте выберем другую дорогу. Теперь опять выбираем эту же дорогу, которую вы выбрали. Конечно, не могу пройти эту дорогу. Блин, мне немножко. Блин, ну я. Кстати, мне нужен был крюк, понимаете? Мне нужен был крюк. Я пока тогда смогла бы зацепиться. Но теперь я не могу. Ой. Идем туда, 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 туда. Здесь лучше всего прыгать. Это, блин. Ой. Вот так переходим. Я была на самом конце. Но теперь точно обгоню других игроков. Ой, я опять упала. Ой, просто большое. Испытание. Оу. Кто из вас его пробовал? А кто первый раз видит, пишите в комментах, пожалуйста. Мне нужны ваши комментарии, чтобы я знала. Пробовали ли вы такие испытания? Или нет? Эту игру Roblox вы скачивали? Я не знаю насчет этой игры, кто в нее играл. Пожалуйста, напишите мне в комментариях под этим видео, именно под этим, кто играл в эту игру. Пока-пока.